Тот, кто удивит мою сестру, сияющую своей красотой подобно луне, приношением, сделанным ей в дар, тот и удостоится получить ее в жены. Объявите это всему миру. О, народ, народ, послушайте весть от хана. В те далекие древние времена, когда снежные горы доставали до облаков, а сами горы были подобны великанам, жил-был один хан, богатства которого были несметными, а бесчисленный скот его пасся по изумрудным берегам огромного озера, края которого уходили далеко за горизонт. Он был мужественным и сильным батыром и относился с уважением к себе подобным. Народные мастера, зергеры, искуснейшие мастера-кузнецы вызывали у него восхищение и поклонение. Не в народе ли истинное искусство? Ведь среди тех подданных, которыми правил хан, были и мастера, и охотники, и звероловы, были и силачи. Особенно его восхищали мастера-кузнецы, слух о которых шел по всему миру. В мастерскую приходили и батыры, и просто люди. Они, преклонив колени, с почтением просили благословения у мастера. Божественным творением считал кузнец действо огня. И когда разжигал его, то утверждал, что это не его руки творят чудо, а сам Бог снисходит в его святилище. Он очищал не только вашу душу, вашу суть, но и присущее человеку эго. Большой смысл имеют слова, что это создает не он, человек, а великое божество, Всевышний Аллах. Будущее у страны будет перспективным с такими мастерами, как кузнецы, которые обрабатывают железо оружейниками. Известно, что кочевники не смогли бы защитить свою землю, если бы не батыры-воины. Истинные мастера были приравнены к аристократам и относились к высшему сословию. Со времен тюрков уста считались святыми, которые хранили секреты своего мастерства. Они, как зеницу ока, хранили тайны творений и никого не посвящали в них. Но были такие случаи, когда секреты мастера становились достояниями других народов и других стран. По той простой причине, что, используя тайны создания сплава металла, человек мог создать мощное оружие. У сильного государства всегда есть человеческий ресурс для создания оружия. Ну надо же, услышав об указе хана, с разных уголков земель уже прибывают прославленные батыры, силачи-борцы, охотники-звероловы. Уже приехали те, кого в народе называют мастерами на все руки. И кому же достанется наша принцесса? Кто же из них будет достоин ханшаим и выполнит ее каприз? Но не всякому джигиту, кому полюбилась красота девушки, это по плечу.
кисти, адемы кисти, сол кыздын килеуин тилеп турат. Возможно, изумительная вышивка придется по нраву прелестнице. Чем искуснее вышивка, тем больше счастья и уюта она приносит в дом. В те времена жил знаменитый мастер Берик Алибай, родом из Мирке, получивший образование в школе искусств. Его предки были зергеры, мастера ювелирного искусства. Они знали тайну сплавов металлов и создания ювелирных изделий из золота, серебра, и сохранили ее до наших дней. Тайны мастерства переходят только от старшего к младшему. Таинственные, чудесные и сложные украшения, созданные его руками, заставили всех признать его искусство. Ювелирные изделия использовались не только для украшений. Через отдельные детали и узоры казахи понимали его уникальность, возраст, а также к какому сословию принадлежал их обладатель. У нас очень хорошо развивалось ювелирное искусство, особенно в 18-19 веках. На украшения была особая мода, что даже мужчины стали носить серьги. Если у человека был единственный сын, то сыну на ухо вдевали одну серьгу. Были такие случаи, что во время набегов неприятеля враги не убивали человека, если в его ухе сверкала серьга. В этом милосердном поступке было заложено понимание, своего рода сигнал, что воин – единственный продолжатель рода, и убив его род, он закончит свое продолжение. Ата, что за перстень у вас на руке? Он называется перстень Сватии. Бай Сармамбет из нашего аула в прошлом году проводил проводы своей дочери, заказал перстень для своей новой родственницы. Сейчас я работаю над ним. А могу ли я сам сделать перстень Отау и этим самым сказать о своей любви? Послушай, сын, мне кажется, ты влюбился. Кто эта девушка? Да ладно, папа. Такой перстень просто так человек не сделает. Этот перстень изготавливают, когда собираются подарить его любимой девушке. Отау жүзік үйленгенде қыздың қолына салынатын жүзік. Перстень Отау одевается на руку девушки в день ее свадьбы. Он может быть разный по форме, похожим на пирамиду, на форму горы, на головной убор саукеле. Он состоит из больших напластований в виде почек деревьев. Это сделано с намеком на плодовитость, чтобы было много наследников. Пойду-ка я отнесу кольцо Сармамбету, он сам все никак не придет. Юный ювелир без памяти влюбился в красивую, как лебедь, изящную, как ангел, стройную, как ивовый прутик Ханшаим. А нежный лик красавицы превратился в мечту джигита. Значение головного убора саукеле многогранно. Во времена саков наши головные уборы были высокими, они словно хотели дотянуться до небес. Мы же потомки этих саков.
Наверное, с этого времени у нас в одежде преобладает преимущественно белый цвет в одежде, поэтому было принято одевать саукиле при проводах невесты. Саукиле подчеркивает все богатство семьи, которое он скопил за это время. При проводах девушки изготавливалось до 10-15 килограмм изделий, покрытых тонким слоем золота, приглашался весь аул, и девушки на голову надевали головной убор. Саукиле өзі үлкен бір философия жатқан. Ол бәрі бекер емес, но бастан бастап төбесінен етегіне. В саукиле заложена огромная философия. В каждой детали есть свой особый смысл. От начала до края навесочника, включая петли, а их всего имеется 350. У каждой детали свое предназначение. Ол әр заттың өзінің орны бар. Балам, тұр, қорықты бас. Оян, ой. Просыпайся, сын, пора за работу. Отец, я задремал. Кезінде хан сарайларына зергерлерді еркін кіріп шығуға рұқсат етілген. У ювелиров был особый статус, они могли свободно посещать ханский дворец. Не всякому человеку это разрешалось. Такая особая привилегия была у людей искусства. Женге! Женге, женге! А? Ночью видела сон, мне приснилось удивительное событие. Что такое, дорогая? Пришел стройный, светлый ликом джигит и надел мне на руку перстень. Родная, так это не сон. Ну-ка, покажи перстень. Говорят же, пусть руки будут золотыми, как у мастера, а слова емкими. Этот джигит наполнен мыслями о тебе, милая. Женьги! Наши матери специально вышивали изумительными узорами подарки для полюбившегося джигита. В те времена хорошо понимали символы на вышивке. Я готова на любые испытания, уготовленные судьбой. Только не расставаться бы с тобой. Богатый хан, ценитель красоты, для подготовки приданного, единственной сестре, собрал во дворец самых знаменитых умельцев со всех концов степи.
жаңа көтерілген шаңыраққа. Для поддержки вновь созданной молодой семьи родители приносили приданное. Образно говоря, они строили первую стену дома. Жасауымен соны ниет қылып алып келген. Каждая мать готовит приданное специально для своей дочери. Этим самым она как бы просит у Всевышнего благополучия для дочери, исполнение желаний, счастья, ее мысли наполнены будущим дочери. Этот войлок очень дорогой, столько узоров выполнено на нем. В нашем музее Костеева висит много больших войлочных работ в зале. Приезжие иностранные туристы, посещающие этот зал, очень удивляются увиденному. Смелости мастера, соткавшего этот ковер с такими причудливыми узорами. Он передает дух казахского народа. Сами знаете, казахский народ может сделать многое практически из ничего. Это большая история. Издавна казахи занимались животноводством, и из шерсти, получаемой от овец, делали многие вещи. Эти вещи теплые и очень полезные. Из изделий шерсти делали одежду, коврики и применяли для изготовления юрт. Вся наша национальная мебель изготавливается из дерева. Разные виды сундуков, шкатулки, сундук на ножках для постельных принадлежностей в юрте, сундук для подушек, мешок для пиал – все это отвозится с приданным девушке. Здесь было использовано много геометрических орнаментов. Также были взяты орнаменты в виде растений, листочков, цветов. Из них чаще всего использовались узоры шафрана и тюльпана. Тюльпаны изображались для украшения и обозначали богатство страны. В этом мире все состоит из мелочей, не правда ли? Мать Ханшаим, хозяйка дома, Рса, ни одному мастеру не доверила это дело. 7 дней, 7 ночей сама делала лоскутное одеяло на счастье с пожеланиями «пусть будет создана молодая семья, чтобы было много детей и достаток». С такими напутствиями и пожеланиями она вложила его приданные дочери. Есть в приданном так называемые парные подушки, одеяло любви девушки. Это одеяло является одеялом первой любви молодой семьи. В предгорье Казыгурт жил гончар Ербулат Кендибайула. Он замешивал глину как тесто, мел его руками, изготавливал бытовые изделия и обжигал их в огне. Молодой парень Утурхан, получив наставление мастера, изучил древние способы изготовления глиняной посуды. У казахского народа было много гончаров. Этот вид ремесленничества хорошо развивался в бронзовый, каменный, железный периоды. Впервые в бронзовый период человек сделал сосуд, а потом это ремесло получило развитие. Уже из глины изготавливали посуду и другое утварь. Во времена саков процесс работы с глиной и обжига керамики был передовым для своего времени. Еще и потому, что состав, из которого делали изделия, был очень насыщен микроэлементами и было мало шамота. Имелись печи, поддерживающие процесс обжига при температуре до 700 градусов. Процессы 700 градусов.
Вышедшие из подруг мастера предметы, которые привлекают внимание бирюзовым, розовым, небесно-синим цветами, были доступны только состоятельным людям. Количество людей, которые хотели заказать мастеру ценные изделия, не уменьшалось. А сам гончар мечтал совсем о другом. Он, не торопясь, приступил к изготовлению подарка на свадьбу своего друга-ювелира. Именно в этот момент искра любви двух влюбленных стала разгораться все сильнее и сильнее. Я сделал кувшин, наружная сторона расписана узорами. Изображенные там орнаменты имеют свой смысл. Стоит упомянуть, что он украшен поочередным изображением изобилия и картинами мира, что символизирует плодородие и богатство. По казахскому обычаю, юрта джигита-мастера и прекрасной принцессы была поставлена с правой стороны от юрты почитаемых предков. Поговаривают, что все гости, специально приехавшие издалека, оставив за собой дорогу, равную месячному пути, увидев внешнюю красоту и внутреннее убранство юрты, были несказанно изумлены, и восхищению их не было предела. Все решетки юрты изготавливаются из дерева, а снаружи решетки плетут циновку из чия. Сверху всего этого натягивают вышитую из войлока кашму. И уже потом из черной шерсти изготавливают кашму для внутреннего убранства юрты. Юрта как колыбель, качается. Человек, лежащий в юрте, чувствует себя так же, как и мир, качающийся в объятиях луны. Итак, принцесса и мастер поженились и жили счастливо-счастливо. Бабушка, у принцессы и мастера было много детей? Да, и было их много. Их род продолжался из поколения в поколение и дошел до наших дней. Да, это чудесная сказка. А образы персонажей – истина, рожденная детской мечтой. Богатое искусство ремесел казахов, переданное предками, осталось бесценным сокровищем для последующих поколений. Оно, как святое завещание, хранит свое наследие бессмертным творением отцов.